So the person reading the Quran says, are there any other categories of people regarding this iman and belief? Человек, читая Коран дальше, задается вопросом, а есть ли, имеются ли еще другие категории, о которых говорится или которые перечисляются относительно веры? So Allah says in regarding iman and disbelief, you said. Yeah, regarding iman and disbelief. Относительно имана и неверия, получается, веры и неверия. So Allah says in ayah number 8. В следующем, восьмом аяте суры Бакара, второй суры Корана, Всевышний Аллах говорит: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. There are certain people who say that we believe in Allah. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ and we believe in the last day. But وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. They do not believe. Всевышний Аллах говорит, что далее есть такая категория людей, которые говорят, что мы веруем в Аллаха и в последний день, но по сути, по-настоящему, на самом деле, они не веруют, они не являются верующими. Here Allah is talking about the munafiqeen or the hypocrites. Здесь Аллах Тала говорит о лицемерах. These are people who with their tongues said, we are Muslims, we believe in Islam, but with their hearts they did not believe in it. Это та категория людей, которые языком подтверждают, говорят, что они верят, являются уверовавшими, являются мусульманами, но на самом деле в глубине своего сердца они не являются таковыми. They pretended to become Muslims. Они претендуют быть мусульманами. They wanted to become people who are safe with the Muslims, but also safe with the non-Muslims and the disbelievers. То есть, они колеблются, они хотят быть в хороших отношениях, в безопасности и с мусульманами, и также не с мусульманами. The believers have got their clear identity. У верующих есть ясная, определенная, понятная идентичность своя. Like the Sahaba and the companions of the Prophet. Так же, как сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. And the disbelievers also are very clear, and they you can see them very clearly. They are totally against the believers. То есть у неверующих людей, у неверных, тоже конкретно ясно видно, что они конкретно против верующих. But these people we're discussing in this verse, ayah number 8, they will play a game, trying to be here when it's safe and there when it's safe. А та категория людей, о которых мы говорим сейчас, в восьмом аяте, они пытаются, чтобы у них было хорошо и с теми, и с другими. То есть и с верующими, и с неверующими. They are looking after their own selfish desires. Они более озабочены своими эгоистичными личными желаниями. When the believers had good news and they succeeded, they said, "We're with you." Когда у верующих случается определенная радость, хорошие новости, они достигли какого-то успеха, они говорят, о, мы с вами. And when the disbelievers planned against the believers, these hypocrites also planned with them. А когда же неверные планировали, затеяли что-то против верующих, эти лицемеры, ну, как бы примыкали к ним. Today we have many of these people around us who say they are believers, who are with us, they dress like us, or they pray with us, but deep inside there's no true belief in there. И в наше время, в нашем мире, вокруг нас много таких людей, которые говорят, что мусульмане, которые одеваются, как мы, похожи на нас, утверждают, что они мусульмане, но на самом деле в глубине своего сердца таковыми не являются.